Микрофон. Возьмите микрофон. Мы благодарны организаторам за то, что они позволили нам участвовать в этом интересном событии и послушать доклады специалистов, прицельно и целенаправленно изучающих структуру воды. Сами мы такими специалистами не являемся, однако мы разрабатываем новый методологический подход для исследования многокомпонентных жидкостей. И к настоящему времени накоплен некоторый фактический материал, результат которого я покажу, и не исключено, что какие-то в чем-то он поможет увязать единую картину с представленными на этой конференции другими данными. Откройте, пожалуйста. Значит, основная группа у нас состоит из 4 человек. Это 2 радиофизика, Владимир Григорьевич Яхно, присутствующий здесь, и Анатолий Геннадьевич Санин, который в основном занимался конструкцией прибора. И 2 биолога, это Ольга Анатольевна Санина и я. Но мы в основном планировали эксперименты и проводили их, осуществляли экспериментальную работу. И вместе потом думали над трактовкой результатов. Сегодня я расскажу немного о физических основах метода, описании технологии, представлю результаты экспериментов, в основном с водой и водными растворами. Дальше покажу влияние факторов физической природы на динамические параметры структуризации высыхающих капель жидкостей. Ну и некоторые гипотезы, которые у нас родились в связи с нашими данными. А также покажу быстренько прикладные возможности метода. Итак, капля жидкости на твердой смачиваемой подложке представляет форму усеченной сферы, усеченного шара, и эта форма определяет наличие областей с разными термодинамическими условиями. Распределение компонентов жидкости по горизонтали происходит в силу развития течений термокапиллярной природы и течений Марангони в процессе высыхания капли, и также происходит распределение компонентов жидкости по вертикали в соответствии с их поверхностной активностью. Процесс высыхания капли многокомпонентной жидкости сопровождается агрегацией, консервацией, кластеризацией, седиментацией, гелеобразованием и кристаллизацией. Потому что это не тривиальный монотонный процесс. В результате меняются физические свойства капли, динамика которых может быть зарегистрирована. И при одинаковых внешних условиях, включая подложку, эта динамика определяется только составом и структурой жидкости. Вот здесь показана функциональная схема устройства. Чувствительным элементом является кварцевая пластина, колеблющаяся с постоянной скоростью 60 кГц. Это не скоростью, простите, частотой. Это частота, резонансная частота колебаний ненагруженного резонатора. При работе прибора эта частота поддерживается постоянно и принудительно. Регистрируется в процессе высыхания капли электрическая проводимость резонатора, которая пересчитывается автоматически в единицы акусто-механического импеданса, АМИ, который в режиме сдвигов колебаний чрезвычайно чувствителен к возникновению роста новой фазы на границе жидкость-кварц, а также к акустическим и механическим свойствам образующихся структур. Процесс выводится на экран и регистрируется в режиме реального времени, либо в виде одной амплитудной кривой, либо в виде двух кривых амплитудной фазой, составляющей АМИ. Вот так выглядит прототип прибора работающий. Вот здесь кварцевый сенсор с высыхающей каплей и процесс структуризации капли, отображающийся на экране. Что же такое АМИ? АМИ – это довольно сложный интегральный параметр, куда в качестве слагаемых входят вязкость,
масса, эластичность и трение. Каждая со своим весовым коэффициентом. У разных жидкостей величина этих весовых коэффициентов различна. Кроме того, при высыхании, в динамике высыхания капель разных жидкостей, эти коэффициенты меняются совершенно по-разному. И именно этим обусловлена вот паспортная характеристика, которую мы получаем для каждой многокомпонентной жидкости. Величина этих коэффициентов нам неизвестна, ее померить пока что мы не придумали как. Однако вот это вот представление этого выражения, оно помогает понять физику процесса, что же мы измеряем. Экспериментально доказано, что при одинаковых внешних условиях форма кривой Ами является паспортной характеристикой жидкости. Вот здесь показаны кривые Ами, типичные для дистиллированной воды зеленые, водопроводной воды оранжевые и физиологического солевого раствора хлорида натрия. Значит, эти кривые имеют различия. Дело в том, что чистая вода, дистиллированная вода, имеет очень низкую воспроизводимость результатов. Что это значит? Что, в принципе, эта кривая состоит из одних и тех же компонентов. Это горизонтальная составляющая и ниспадающая. Но при повторных измерениях одной и той же пробы исходное значение может быть чуть выше, и тогда ниспадающая кривая начинается раньше, либо исходное значение может быть чуть ниже, и ниспадающая кривая начинается позднее. С чем это связано? Ну, наверное, потом можно будет подумать над этим. Физиологический солевой раствор, вообще, чем сложнее состав у жидкости, тем стабильнее он пишется. С помощью нашего метода более стабильные кривые получаются. Значит, солевой раствор, вот здесь вот, когда сигнал резко повышается, это соответствует процессу кристаллизации. Кривая монотонная. Кристаллизация начинается по краю капли, по трехфазной границе, поскольку здесь жидкость быстрее высыхает в силу более тонкого слоя. Образуются кристаллы. И по мере испарения капли, купол капли уплощается до очень тонкой пленки. И в конце концов процесс кристаллизации завершается выпадением кристаллов практически одновременным вот, по всему объему капли. Более мелкие кристаллы, и расположены они более-менее равномерно. Значит, исходя из теоретических данных, известно, что капля очень чистой доионизированной воды на очень гладкой поверхности, например, на поверхности слюды, высыхает при сохранении физически равновесной формы и при сохранении краевого угла смачивания. То есть она просто сползает к центру капли до полного испарения. В нашем случае вода не идеальна. В дистиллированной воде содержится до 2 мг на литр ионов. И поверхность кварца тоже далеко не идеальна, она имеет свои микрошероховатости. То есть капля некоторое время, сигнал не меняется, поскольку капля не изменяет свою площадь, она держится за края за счет силы поверхности. И в тот момент, когда горизонтальная составляющая силы поверхности превысит силу адгезии к подложке, капля начинает двигаться, уменьшается площадь, а сигнал пропорционален площади соприкосновения с сенсором, и мы видим плавный спад. Значит, что касается солевых растворов, то известно, что соль снижает повышает поверхностное натяжение, и пленка водная становится более эластичной, и она обычно, чаще всего, не рвется в процессе высыхания капли, вот доходя до очень тонкой пленки, в которой потом происходит кристаллизация.
Иногда по непонятным нам причинам физиологический солевой раствор прописывался следующим образом. То есть как бы кристаллизация происходила в два этапа. Первый пик соответствует кристаллизации по краю капли, дальше капля отрывалась, и ведомые силы поверхности стаскивалась в один из, к одному из краев капли, и там после досыхания происходила повторная кристаллизация. Вот это второй пик. В конце концов, система всегда выходила на стабильный уровень, и этот уровень отражал массу сухого остатка с рыхло связанной водой. Так во всех экспериментах. Значит, мы посмотрели кинетику кристаллизации различных хлоридов – калий, натрий, кальций и магний – из водных растворов. Весовая концентрация этих солей была одинаковая. Я понимаю вопрос, что вот эти вот параметры вполне закономерно зависят от внешней, от параметров внешней среды – температуры и влажности прежде всего. Это касается всех сравниваемых жидкостей, которые будут приводиться дальше. Все сравниваемые жидкости анализировались нами в течение одного рабочего дня и прописывались не подряд, скажем, сначала калий, потом натрий, а вперемешку. Одна капля калия, одна натрия, одна кальция, одна магния. Потом эти циклы чередовались. В результате мы убедились в том, что эти изменения, они как бы довольно закономерны. С чем связана вот разная скорость кристаллизации? Ну, известно, что размер катионов в данном ряду солей изменяется. Самый большой размер у калия, дальше идет натрий, дальше кальций и магний. А в гидратированном виде, поскольку плотность поверхностных зарядов меняется в зависимости от радиуса, то самая малая гидратная оболочка у калия, затем идет натрий, затем кальций и магний. И вот, возвращаясь к этому, к этим данным, можно видеть, что более быстрая кристаллизация калия и более медленная у натрия могут быть связаны как раз с размером гидратных оболочек. То есть здесь процесс имеет возможность происходить быстрее, чем здесь. Что касается шестиводных хлоридов кальция и магния, то кристаллизация так и не происходит. Система приходит в равновесие, то есть происходит конденсация. И остатки воды крепко держатся катионами, и кристаллизации не происходит. Ну, были разработаны количественные методы, позволяющие характеризовать разницу в динамических параметрах высыхающих капель количественно. Вот здесь показаны три простейших алгоритма, хотя сейчас их уже более 30. Вот один оперирует суммарной производной вот на этом участке, другой на этом, третий на ниспадающем участке. Вот точки, ограничивающие эти участки, они находятся по неким опорным точкам на кривых. Об этом я сейчас не буду говорить. И, значит, благодаря любым этим алгоритмам можно получить статистические различия между динамикой кристаллизации разных катионов. Вот здесь показан пример изменения концентрационных зависимостей. Вот здесь изменение концентрации бычьего сырочного альбумина в натрий-хлор и распределение статистических различий на плоскости признаков. А это изменение концентрации соли в 7% бычьем сырочном альбумине также и их распределение на плоскости признаков. Здесь вот два разных альбумина, бычий и человеческий сырочный альбумины. Они различаются между собой, в том числе и по динамическим портретам, и также различаются количественно. Это глобулярные белки.
Ну, та же разница наблюдается и в фибриллярных белках. Естественно, что тип растворителя очень существен и для внешнего вида высохшей капли, и для его динамической характеристики. Здесь показана динамика амивысыхающих капель 7% бычьего сырочного альбумина в 0,9% по весу водных растворов, опять же, тех же самых хлоридов. С помощью простейшего алгоритма, который характеризует, опять же, скорость кристаллизации соли, на криву, вот анализировался именно тот параметр на кривой, вот эти статистические данные накопленные располагаются в порядке их расположения в ряду Гофмейстера, то есть в соответствии с плотностью поверхностных зарядов на катионах. Ну, вот примеры некоторые из реальной жизни. Вот здесь показана динамика высыхания трех сортов минеральной воды, по две капли для каждого сорта, в координатах реальная, мнимая часть ами и время. Вот в виде таких завитков. И размах этого завитка, как можно убедиться, соответствует степени минерализации соли. Было также интересно посмотреть, можем ли мы с помощью нашего метода различить дистиллированную воду от питьевой воды пента. С учетом того, что в пенте содержится солей менее 1 мг на литр, а в дистиллированной воде менее 2 мг на литр. Значит, когда мы анализировали чистую воду, мы не получили разницы из-за большой величины разброса. Тогда мы на основе той и другой воды приготовили белково-солевые растворы одинаковой концентрации. И мы увидели разницу, прежде всего, морфологическую. На основе воды пента в высохших каплях наблюдалось очень четкое ритмичное аркообразное растрескивание, в то время как у дистиллированной воды это растрескивание было хаотическим. В динамике структуризации капель этих жидкостей, в начале, когда шла структуризация белка, не было различий, а когда началась кристаллизация соли, то отличия выявились. Вот черная – это вода пента, а пунктир – это дистиллированная вода. Перейдем к влиянию низкоинтенсивных факторов физической природы. Вот была проведена серия экспериментов с воздействием магнитного поля. Мы использовали то, что у нас были. Вот магнит формы Неватон, рекомендуемый фирмой для омагничивания питьевой воды и напитков. Стеклянный стакан с 50 мл физраствора помещали в постоянное магнитное поле напряженностью 400 гауссов на 5 минут. Оба раствора, контроль и опыт, перемешивали пластмассовыми палочками. После омагничивания магнит убирали и регистрировали динамику фазовых переходов в высыхающих каплях через равные промежутки времени. Вот здесь показаны кривые, амплитуда и фаза контрольного раствора. А здесь физраствор сразу же после воздействия. Мы видим всплески на кривых. Они связаны, как оказалось, при морфологическом наблюдении. Они связаны с тем, что если здесь, как мы уже показывали, вода на определенном этапе отходит от краев и сползает в виде единой массы, то в случае магнита капли не просто отходят от краев, а еще и фрагментируются на капли разных размеров. И вот эти капли, естественно, высыхают одна быстрее, другая медленнее. И каждая кристаллизация вносит свой вклад в биение этой кривой, потому что кварцу все равно, в каком месте капли происходит кристаллизация, он этого не чувствует. Он чувствует только выпадение осадков и прилипание к поверхности. Здесь показан тот же самый эксперимент, только проследили его в течение 2 часов. Вот так он развивается. Это значит реальная и мнимая части ами – это время. Вот это сразу после воздействия. Далее происходит как бы релаксация и стремление опять к уменьшению этой петли. Но и через 2 часа этого до конца не происходит. Мы повторили опыт с магнитом, используя на этот раз белково-солевую
солевые растворы. Вот это белково-солевой, а это просто белок в той же пропорции растворен в дистиллированной воде. Оказалось, что и на эти жидкости также магнитное поле оказывает эффект на структуризацию во времени. Вначале эффект максимален, потом постепенно он приближается к контролю. Точно так же и здесь. Вот эти процессы на плоскости признаков, и статистическое различие суммарно существует на одну дисперсию между облученными и необлученными жидкостями. Было интересно посмотреть, а действует ли магнитное поле просто на дистиллированную воду. Эксперимент мы провели точно таким же образом, но по чистой воде мы, опять же, не смогли выявить никаких различий. Тогда добавили в контроль и опыт одну и ту же концентрацию, одно и то же количество кристаллической соли до конечной концентрации физраствора 0,9%. Сама процедура растворения соли приводила к резкому возмущению раствора, что видно вот в том, как повысился сигнал АМИ. Вот эта яма необычайно большая. Постепенно этот раствор как бы утешался. Вот третья повторная запись, она уже похожа на то, что бывает и без специфического воздействия. А то возмущение, которое было вызвано, по-видимому, магнитным полем в облученном растворе, оно так и не исчезло. Более того, вот здесь даже есть некоторая тенденция к увеличению. И на следующий день вот эти вот изменения по сравнению с контролем сохранялись. Кроме магнитного поля, мы еще использовали воздействие на физиологический раствор разных запахов. Пробы получали путем пропускания воздуха лаборатории в течение 5 минут со скоростью 1,6 литра в минуту через пробирку с 1 миллилитром физраствора, во-первых, без специфического запаха, это был контроль, или с запахом, когда его источник размещался рядом с трубкой для забора воздуха. Вот. Это морфологические данные. Видно, что природа запаха как бы может по-разному действовать на морфологию кристаллизации. Вот это динамические параметры. X – реальная часть, Y – мнимая часть АМИ. Зеленая линия – это контроль. А сразу после воздействия – вот это черная линия. Это дым сигареты, духи, кофе, розовое масло. Дальше мы посмотрели во времени. Облучение, воздействие запахом было однократным, но посмотрели, как меняется свойство раствора в течение некоторого времени. Вот розовое – это в конце рабочего дня для сигаретного дыма. Он практически совпал с контролем. А у рома и кофе последующие записи, они так и не приблизились к контролю в течение 3 суток. Был вопрос, характерно ли это только для раствора натрий хлор, поэтому попробовали подействовать запахами и на другие соли. Вот здесь медный купорос, и воздействие его также очень напоминает, проходит аналогично воздействию запаха кофе на натрий хлор. Вот здесь более сложная соль. Алюмокалевые квасцы. И тем не менее, контроль, который красными линиями обозначен, повторные записи, и зелеными записями опыт, они различаются даже и на следующий день это различие сохраняется. Попробовали воздействовать на физраствор рентгеновским облучением в дозе 2 грей. Вот это контроль. Как и полагается, основная масса крупных кристаллов соли расположена по трехфазной границе. И некоторые мелкие кристаллы занимают центральную часть капли. Вот это после облучения. Очень мелкие кристаллы, едва видные по краю капли. И очень крупные кристаллы ближе к центру капли сформированы, где
подавляющая масса соли сосредоточена. Так выглядят динамические параметры. Контроль обычная однопиковая кривая, динамика, значит, это смещение. То есть... Алексеевна, на какой длине волны? Это использовалась радиотерапевтическая установка в клинике. Сейчас я не могу сказать. Но, наверное, это можно найти. Значит, те изменения, которые мы видим, по нашему мнению, они отражают изменения интегральных механических свойств, куда входят такие параметры, как вязкость, адгезия к субстрату воды и вот этот опыт с рентгенским облучением был повторен на белково-солевом растворе. И также выявилась разница. Количество белка, естественно, не менялось, но финальная линия значительно ниже контроля, что, по-видимому, говорит об изменении адгезионных свойств, о снижении адгезии вот этой высохшей пленки по сравнению с контролем после облучения. И вот количественная разница между ними. Следующий эксперимент был поставлен таким образом. Вот это 0,9% физраствор соли. Дальше в него добавили кристаллическую соль до концентрации 1,8%. Хорошенько размешали, дождались растворимости. И вот розовое – это после смешения. А когда прибор отстоялся, то к концу дня мы получили не двухпиковую, а однопиковую кривую, характерную для соли. А здесь мы смешали 0,9% солевой раствор и 1,8% солевой раствор уже в отношении 1 к 1. И также после смешения получили вот двухпиковую кривую. Ну вот эти данные, они как бы навели нас на аналогию о том, что в норме структуру воды, может быть, можно сравнить со связано-дисперсной системой. А при воздействии факторов физической природы, причем неважно каких факторов, происходит как бы разрыв этой трехмерной сети на отдельные фрагменты. Естественно, эти фрагменты там в виде отдельных кусков решетки не плавают. Они принимают термодинамически равновесную, округлую форму. И эти фрагменты состоят из отдельных кластеров, малых и средних размеров. Предполагает, то есть действие физических факторов на воду, по-видимому, не специфично. То есть оно не зависит от природы фактора, а связано только с его интенсивностью. Большая интенсивность – более мелкие кластеры, а меньшая интенсивность – более крупные кластеры. И если разрушение длится там секунды и минуты, то восстановление уже опять в трехмерную структуру, оно может длиться часы и сутки. Значит, при этом, естественно, меняются физические свойства, которые давно известны при переходе связано-дисперсных систем в свободно-дисперсные системы. При этом происходит снижение вязкости, адгезия к подложке, повышение текучести, повышение диффузии растворенных компонентов, что определяет суммарно биодоступность тех компонентов, которые растворены в воде для биосубстратов и самой воды. А восстановление, которое длится часы сутки, приводит к повышению вязкости, адгезии к подложке, к снижению текучести, диффузии растворенных компонентов и, в принципе, к снижению биодоступности. Теперь быстренько пример практического использования, который мы наработали. Вот, например, можно определять жирность молока.
она определяет очень хорошие повторяемости, можно это делать, откалибровав прибор. Здесь вот мы смотрели от разных коров. От одних и тех же коров три раза брали в течение недели молоко. Оказалось, что для каждой коровы показатели хорошо воспроизводимы, и можно отличить молоко, какой коровы было взято. Далее мы купили коровье и козье молоко, где были прописаны содержание тех или иных веществ, и посмотрели. Кроме того, посмотрели разницу. Кроме того, известно, что козье молоко недобросовестные продавцы часто разбавляют коровьим, поскольку оно значительно дешевле козьего. Посмотрели также их смесь. Оказалось, что все можно различить в течение высыхания капли. Здесь вот здесь кончается время 25 минут. Точно так же можно определять качество соков. Каждый сок имеет свою кривую. Мы провели небольшую работу совместно с МГУ пищевых производств. Пробовали испытывать наш метод на определение качества соков, приближенным к стандартизованным способам. То есть основной параметр, который используют производители соков для оценки их качества, является рейши, так называемое. Это отношение растворимых сухих веществ к титруемой кислотности. Обычно этот анализ занимает порядка суток. То есть в тот же день результат не получают, поскольку оперируют большими объемами этих соков. Но мы получили возможность, нашли алгоритм, который коррелирует вот с этим рейша, одномоментно определить его можно в течение 20 минут нашим методом. Далее сотрудники лаборатории биотехнология приготовили нам фальшивый и натуральный апельсиновый сок, дан был еще один, чтобы запутать, которые не различались по уровню рейша. В этом основная проблема оценки качества соков. У нас они различились по динамическим параметрам структуризации совершенно четко. Дальше. Вот крепкие спиртные напитки. Капли этилового спирта прописывается, имеет такую колоколообразную форму, но это за счет того, что спирт сильно смачивает кварц. Сначала капля растекается, затем она быстро испаряется. И мы получаем такую кривую, она довольно хорошо воспроизводима. Не ложится, конечно, одна в одну, но узнаваема. Далее, любые водки, любые сорта водки имеют вот такую вот двухфазную кривую. Сначала уходит спирт, затем уходит вода. Вот виски имеет типичную водочную кривую, но она более растянута во времени, поскольку, как говорят виноделы, у них более плотное винное тело, и испарение происходит медленнее. Коньяк никогда не спутать ни с водкой, ни с вином, потому что у него очень специфическая кривая. Вот этот вот синий – это хороший коньяк, который имеет маленькую компоненту легко летучих веществ и большую компоненту, собственно, коньячного спирта. Вот. Если развести в лабораторных условиях хороший коньяк водкой в отношении 4 коньяка и одна часть водки, то мы получаем снижение вот этой вот составляющей коньячной. А вот этот коньяк, который обозначен красным, куплен в торговой сети марки КВ. Он, по-видимому, разбавлен, там доля коньяка меньше половины, скорее всего, была. И вкус соответствующий. Теперь, насчет разбавления. Вот красное вино, которое мы использовали для этого эксперимента, имело вот такую исходную кривую. Если в него добавить в отношении 4 части вина, 1 часть спирта или воды, и посмотреть сразу после смешения, то мы видим, независимо от того, какая жидкость добавлена, мы видим резкое увеличение сигнала и одинаковую практически динамику. Вот на следующий день все становится на свои места.
Здесь показана динамика 6 сортов алкогольных напитков. Ну, вот кружок – это начало процесса. Видно, что они могли бы заменить штрих-код на бутылке, который всегда можно проверить, имея для этого доступ к технологии. Вот здесь качество напитков и вин. Очень интересная многокомпонентная жидкость, лаки для волос. Они интересны тем, что в них входят разные жидкости. Наряду с водой также и набор органических спиртов, органических растворителей. Вот так пишутся разные лаки для волос. То есть они вообще-то имеют каждый свою фазовую картинку, свой портрет, но характерным является то, что они все двухпиковые. Ну, мы предположили, что наличие двух пиков связано с легко летучими компонентами, с летучими компонентами и водой. Поэтому вот в этот лак сначала добавили 10% по весу этилового спирта, получили уменьшение резкое второго пика и увеличение первого. А затем в этот же лак добавили 10% воды по объему. Мы получили практически полное исчезновение первого пика и значительное возрастание второго. Ну, это образцы бензина с разным октановым числом. Это мы пробовали применить наш подход для медицинской диагностики. В общем-то, он обнадеживающие результаты показал. А это определение качества лекарств также возможно. Определение фальшивых, отделить их от хороших. Как для жидких лекарственных средств, так и для таблеток с неплохой воспроизводимостью. Выводы. Динамика фазовых переходов высыхающих капель жидкости содержит информацию об их составе и структуре. Кинетика кристаллизации солей из высыхающих капель водных растворов коррелирует с плотностью поверхностных зарядов их катионов и зависит от степени их гидратации в растворе. Воздействие факторов физической природы на воду и водные растворы солей сопровождается изменением физических свойств воды, что проявляется снижением адгезии к подложке и фрагментацией капли в процессе высыхания на гидрофильной подложке. Это может быть связано с нарушением регулярной макроструктуры воды. Регистрация динамики фазовых переходов с помощью акустической импедансометрии позволяет проводить количественный сопоставительный анализ жидкостей при сравнении их с эталонными образцами. Выявленный феномен может быть полезен при решении разнообразных задач исследовательского и прикладного характера. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, правильно я понял, что у вас действительно есть значимая разница при растворах калий-натрий ионов и кальций-магний, как вот вы показывали. И второе число, значит, пентовая вода растворы и обычный цирроз тоже при высыхании дают различную структуру. Вот, мне кажется, в данном случае, вот в докладе совершенно не упомянули, калий-натрий и кальций-магний отличаются вообще говоря спинным состоянием сами в себе, поскольку это зарядные, двузарядные ионы. И в этом случае оказывается коррелирует с пентой, которая обогащена по нашим сведениям, по ортомолекулам, может происходить капли конверсии, если в области одновалентных ионов это магнитное поле существует, то в области двухвалентных ионов такое магнитное поле отсутствует. Поэтому, возможно, двухвалентные ионы не оставляют таких красивых изменений, как одновалентные. Это, кстати, коррелирует и с работой Гучачек, который заменил магний-24 на магний-25, а уже магний-25. Вопрос. Вот учитываете ли вы когда-либо возможность конверсии ортопара воды? Спасибо. Что касается первой части вопроса, справедливо ли то, что я показывала, да, это справедливо, это подтверждено, и этим результатам можно доверять насчет разной кинетики кристаллизации этих солей из высыхающих растворов. Насчет пенты, я сразу сказала, что мы не специалисты в структуре воды, и мы не ставили такие задачи такого глубокого разбора. На этом этапе для нас важным было выявить разницу, то есть разница, нет разницы. Вот есть разница, теперь как бы мы предлагаем специалистам, которые хорошо знают все эти процессы и как устроена вода на молекулярном уровне.
Про пенту опубликовано. Вот по солям еще нет. Это фрагмент дипломной работы Саши Дрёмина. Давайте к следующему вопросу. Спасибо большое, Андрей Кирилович. У меня такой вопрос. Вы говорите о разности гидратации ионов, калия, там, кальция и так далее. И сравниваете их при одинаковой весовой концентрации этих ионов раствора. Да. Тем самым вы рассматриваете систему, когда у вас разное количество частиц ионов в системе. Естественно, что первое, что напрашивается, что эти эффекты связаны не с какими эффектами даже гидратации и всего прочего, а просто, что в одном случае у вас там 5 ионов, а в другом случае у вас 10 ионов, потому что пересчет весовых мольный. То есть делали ли вы пересчеты в мольной концентрации, и почему вы не пришли к логике, в которой всегда рассматривается гидратация? То есть весовые проценты, как мне кажется, полностью неуместны. Спасибо. Да, естественно, мы делали и с мольными концентрациями. Там получилась гораздо большая разница, чем здесь мы видим. Но теперь я вижу, что я сделала ошибку, что я эти данные не включил в презентацию. Но они есть. Кирилл задал мой вопрос, но я его продолжу. Во-первых, разница должна быть меньше, очевидно. Второе, калий. Я вообще хочу задать глобальный вопрос. А что нового можно получить этим методом? В связи с тем, что метод очень сложный, чем сложнее метод, здесь 5 параметров меняется. Наверное, в дискуссии можно еще поговорить, я даже не со всей трактовкой, согласен по поводу высаживания, на троях, эксперименты делал, там кольца можно получить, кольцевую структуру. То есть это такая игрушка достаточно интересная. Но ведь из нее можно очень мало вынуть такого существенной информации. Оно может быть хорошо год-год от коньяка отличать, но вообще сейчас это делается спектроскопическим методом так же быстро. Сейчас это делается на вкус. На вкус, как-то не там разумеется. Не надо, я пока без шуток. А хочу сказать следующее. Если вы возьмете раствор калия и натрия, достаточно концентрирован, и просто поставите эти стаканчики, то вы увидите, что калий просто вылезет наружу, а натрий нет. То есть отрицательная гидратация существует. Здесь, в общем, вещей-то достаточно много. Вопрос увидеть. Вопрос, что дает такой метод? Сейчас скажу. Значит, здесь мы приближаемся к философскому вопросу насчет деревьев и леса. Вот эта методика, на мой взгляд, интегральная. Она дает информацию об изменении интегральных свойств воды, что гораздо важнее для биологии, скажем, и медицины, чем копаться на молекулярном уровне и субмолекулярном уровне, где очень еще далеко до интегральных свойств воды. Растворов, хорошо. То есть этот метод дает сразу ответ, изменяются свойства воды или они не изменяются. А механизмы этих воды, раствора, да. Еще один вопрос, Валерий Иванович. Вы уже затронули положительную отрицательную гидратацию, учитывали вы это или нет, судя по подбору, калий и натрий похожи, дальше там уже сложнее было. И потом структуру подложки, вы сказали, кварц и слюда, они по-разному влияют на свойства воды. Спасибо. Слюду я привела как пример из литературных данных максимально возможной гладкости подложки. Мы со слюдой не работали. Значит, а кварц, подложка у нас в нашем методе всегда одна и та же, более того, одно и то же место кварцевой пластины. То есть здесь мы стандартизовались по этому параметру. Спасибо большое. Спасибо. Комментарий, просто, может быть, это интересно и автор, и всем. Есть книжка «Биологи...
свойства биологических жидкостей. Может быть, вы ее знаете. Морфология биологических жидкостей человека, Шабалина Шатохина. Дословно делаете то же, что вы, и по капле определяете, так сказать, заболевание болезни. Это действительно... Поскольку это принципиально, я разрешите ответить. Значит, эти авторы, Шабалина и Шатохин, сейчас они позиционируют себя как открыватели метода, как они называют, клиновидной дегидратации. На самом деле, и до них были, и врачи работали, например, ну ладно, не буду касаться этого вопроса. Совершенно не то самое. Разница в том, что они анализируют морфологические структуры не раньше, чем через двое суток после высыхания капли. И анализ этот субъективный, под микроскопом подсчитывается. Наш анализ динамический делается за 20-30 минут, и он не зависит от человека. Все, понятно, спасибо. Спасибо.